Я в мужике около карьера находил по посту. Может, повезет вас раз, на карту делать. Вон там гриб какой-то был. Вон там большой. Вон еще что-то растет. Вон дальше. Правее. Ага. И вот здесь вот что-то торчит. Вон кучка. Ну это эти, макрохи. И макрохи я. Вот они, эти мокрухи, целая куча. Не надо, они почти без спорта. Их здесь просто множество. Нет, не надо. Вон там по 2, по 3, по 10. Условно съедобные, значит? Варить и жарить. Их очень много вот здесь вот, в этих кустах. Ну мне не понравилось, нет, не собираюсь. Желтый. Вот если другие будут, ты запомни, как они выглядят, и все. Как это еще раз называется? Мокруха пурпурная. Вот, возьми, посмотри внимательно. Ну это вот это, да? Ну вон оно, вон, смотри, их вон. Вот сюда зайди, здесь вон по несколько штук сразу. Вон и свежие есть. Вот. Но это самые первые, которые были. Ну да, да. Ага. Просто там Анька вытащила, там у нее даже пленочка была. Вот есть мокруха серая, она гораздо прикольнее, чем это выглядит. Вот это все тоже они, да? Да. Да, офигеть, вон они прямо все повылазили. Нужны ножики. Это все хлам. Это рыжика мне это не достал. Да, такие хорошие, тут крупные. Угу. Собирай, там их можно целую корзину набрать. Там половина старых, а очень много и таких рыб. Завтра. Они еще подрастут. Это уже интереснее. Дорога с линии электропередачи даже. Мы сейчас поедем в Дачин, да. Вон там целая куча. Нет, вот там наверху какие-то. Вот где елка, там выше.
называется бочонок из первопластинки. Вот мухомор. Бочонок первопластинский. Первопластинский? Да, ну типа того, да, вот. Свеженький, крепенький. Он слабо ядовит. Слабо, не слабо, а ядовит. Мало покажется, не покажется.